Всем привет! Вы на канале ADEMS. Сегодня с вами Владимир и Эдуард. Мы находимся в Международной академии заточки ADEMS. Приглашаем вас на очное обучение, и в этом видео мы расскажем про базовый набор для заточки парикмахерского инструмента. Мы покажем, как этим пользоваться и как это работает. Также вы узнаете, какой инструмент можно затачивать с помощью данного набора. Базовый набор для заточки парикмахерского инструмента на основе станка ADEMS Full Drive. И сейчас я вам покажу, какие инструменты можно на нем затачивать. Первое – это парикмахерские ножницы. Ножницы могут быть как конвекционные, так и с классической режущей кромкой. Филировочные ножницы. Ножи для машин для стрижки волос. Также грумерский инструмент, шанкеры, ножницы, ножницы прямые. А дополнительно купив вот такой набор кругов, у вас появляется возможность затачивать изогнутые грумерские ножницы. Итак, базовый набор для заточки парикмахерского инструмента основан на станке ADEMS Full Drive. Он выполнен из металлического корпуса. Внутри установлен двигатель асинхронный, промышленный, вентилируемый, на который устанавливается вот такая вот промежуточная опора, которая гасится вибрации, которые передаются от вала двигателя на магнитную планшайбу. Сейчас я вам продемонстрирую, как он работает без вибрации. Станок имеет частотный преобразователь. Находится он вот здесь. Управление частотным преобразователем выведено вот сюда. Здесь мы можем изменять саму частоту вращения путем поворота рукоятки и менять направление вала двигателя. Аверс и реверс. Электронное управление, торможение, разгон, за это отвечает частотный преобразователь. Манипулятор станка Full Drive состоит из двух колен, которые между собой соединены подшипниками. Также у него есть держатель для удержания полотен парикмахерских ножниц. Здесь есть шкала градусомера. Также он оснащен элементом фиксации. Данный манипулятор ограничивает степень свободы в процессе заточки и позволяет нам затачивать инструмент из раза в раз качественно. В состав базового набора входит лекальная линейка для того, чтобы могли проверять зазор полотна парикмахерских ножниц. Далее, сюда входит чугунная плита, она двухсторонняя, также все необходимые пасты 20 на 14, 14 на 10, 1 на 0. Как раз эта паста необходима для фетрового круга, которым мы можем осуществлять полировку ножниц. Чугунная плита необходима для того, чтобы мы с помощью алмазной пасты могли доводить ножи парикмахерских машинок. Водные камни 1000 грит, 3000 грит. Также входит сюда подставка под эти водные камни. Набор абразивной влагостойкой бумаги 3, 5 и 7 тысяч грит. Они необходимы для того, чтобы мы в процессе заточки ножниц для скользящего среза могли доводить до бритвенного состояния режущую кромку. Также у нас с этой стороны, Эдуард, ремкомплект. Когда вы разбираете ножницы, там есть всякие прокладочки, шайбочки, и мы заботливо здесь подобрали самые основные. Металлические диски, их 10 штук, они нужны для того, чтобы приклеивать абразив с помощью аэрозольного клея и осуществлять быструю смену. Смотрите, как быстро меняются диски. Раз и два. Абразивные круги от 240 грит до 2000. Фетровый полировальный круг, который тоже можно приклеить, нужно приклеить к металлическому диску. Набор для заточки парикмахерских машинок на станке ADEMS Full Drive. Для этого нам необходимо вот такие вот ножи. Если их разобрать, то получится вот так вот с помощью вот этого магнита. Мы сюда насыпаем абразив и затачиваем. Для этого необходимо снять кожух, снять алюминиевый диск. Сюда мы устанавливаем кожух и вместо вот этого алюминиевого диска устанавливаем вот такую вот планшайбу. Насыпаем абразив, который входит также в комплект, оксид алюминия и карбид кремния. Ну и, соответственно, осуществляем заточку парикмахерских машинок. И при необходимости потом доводим на чугунной плите. Круг-чепрак.
На него мы не наносим никаких паст. То есть он необходим нам для того, чтобы на финише устранять заусенец режущей кромки. Круги Nubuck. Они участвуют в промежутке наклейки абразивной бумаги влагостойкой 3, 5 и 7 тысяч грит. То есть мы сначала берем металлический диск, наклеиваем на него Nubuck и только потом наклеиваем уже абразивную бумагу. Nubuck нам необходим для демпфирования, когда мы будем затачивать парикмахерские ножницы, чтобы не было лязганья при заточке. Данный керамический брусок необходим для затыловки гребенки филировочных ножниц. Также в комплект входит алюминиевая планшайба. На нее мы наносим масло, которое идет у нас вот в такой бутылочке. Его необходимо разводить 50 на 50 с теплой водой. И далее, когда мы нанесли масло, мы наносим порошок оксид алюминия либо карбид кремния. То есть здесь порошки представлены необходимых зернистостей и в достатке. Для того, чтобы нам осуществить установку данной планшайбы, нам нужно убрать магнитную планшайбу, убрать вот этот кожух, установить кожух, который входит в комплекте, для того, чтобы вся пыль, грязь, она оставалась внутри этого кожуха. Ну, потом можно это все пропылесосить. Также сюда входит вот такая вот голова для пульверизатора, то есть которую мы сюда вот устанавливаем, когда это все разбавляем водой. Щетки для того, чтобы можно было подготавливать ножевые блоки перед началом заточки и устранять заусенец, либо осуществлять помывку после заточки. Компания ADEMS производит станки с 2010 года. Мы специализируемся в нескольких направлениях. Первое – это производство станков для заточки бытового, парикмахерского, маникюрного, садового, грумерского инструмента, подбору расходных материалов для всей этой деятельности и обучение в Международной академии заточки в городе Самар. Так что все желающие могут приехать и обучиться этому ремеслу и вступить в дружный ряд профессионалов в этой области. Для того, чтобы состояться за заточником, вам необходимо оборудование для заточки компании ADEMS, правильно подобранные расходные материалы, технологии и умения. А за умением приезжайте к нам в Международную академию заточки ADEMS, где я вас научу затачивать бытовой, маникюрный и парикмахерский инструмент.
До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Всем пока.